Привет, всем привет. Я нахожусь на площади Революции, иду в сторону Манежной площади. Здесь везде проходят всякие разные мероприятия, ярмарки в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Ну, что вам сказать? Конечно, все очень красиво. Очень-очень красиво. Этот фестиваль проходит не первый год. В этом году мне очень нравится. Я снимала всю подготовку к этому фестивалю «Путешествие в Рождество». И вот, наконец-то, все открылось, все засветилось, все горит и сверкает, подсвечивается. Очень-очень мне все нравится. Конечно, очень много людей гуляет, очень много фотографируется. Что могу сказать? Здесь вот везде стоят такие ларёчки со всякими вкусняшками, с вкусняшками, с сувенирами. Ну, это, как обычно, проходит каждый год. Манежная площадь разделена здесь на отсеки ярмарки Москва, Берн, вот я помню, Вильнюс, Копенгаген ярмарка. И, в соответствии с этим, здесь и кухня тех или иных народов и стран, музыка, костюмированные люди ходят в костюмах. И меня особенно потрясла, мне очень понравилось при входе, сейчас вы увидите при входе на Манежную площадь, такая стоит вертушка, типа башенки, и там куклы. Ну, это, конечно, мне прям очень понравилось. Эти куклы. Очень красиво. Ну, кто будет в Москве в это время, конечно, приходите. Получите очень много удовольствия. Настроение праздничное. Все замечательно. Много чувствуется. Не хватает снега, но в остальном во всем все нормально. И хорошо. Вот эти очень красивые шатры светящиеся, все переливается, гирлянды. Очень красиво украшена Манежная площадь, очень красивые там в таком театральном музыкальном стиле сделаны всякие музыкальные инструменты стоят, такие как арки очень красивые. Ну, в общем, должна сказать, что, конечно, в этом году все очень здорово. Thank you.
смотри, как тебя зовут? Аня. Ну, снова скорее фотографироваться будешь, скорее с дедушкой на память. Ну, как бы, кстати, да. Вот эта вертушка очень красивая, очень красивые куклы. А так ведется, так ведется.
If I can't make it home in time, I know I'll be keeping my spirits bright. I'm wearing my robes and trying to stop this fight. Oh, but I'd give anything to see. Yeah.
меня на 1/4 Смотрите на эту красоту. Ну, просто замечательно. Вон там вдали, видите, там такие красивые арки в стиле театральном таком сделаны. Эти елочки, под каждой елочкой там где-то зайчик, где-то лисичка. Очень так, такие милые, симпатичные фигурки. Вот, ну вот эти арки, они, конечно, просто очень красивые. Видео не передает, конечно, всей красоты. Можете мне просто поверить на слово. Так что приходите, смотрите, фотографируйтесь. Кто будет в Москве, а кто не будет, то смотрите мои видео. Буду вам показывать. Я с вами на этом прощаюсь. Любуйтесь. Помните, что наяву это в 1000 раз красивее. Жду вас всех на своем канале. Всем рады, зрителям и подписчикам. Читаю комментарии, отвечаю, стараюсь отвечать. Красота, ну красота же. Любуйтесь. Всего вам доброго. Пока-пока. Thank you.
Привет. That's